Надежда, в сентябре в Батайске сменится власть. Кто, по вашему мнению, может возглавить город? Ну, я так думаю, что достойный руководитель. Конкретно фамилии говорить, конечно, не буду. Скажите, почему? Ну, из тех, кто сейчас возглавляет хотя бы даже Батайскую городскую думу, что я думаю, что никто. Почему? Ну, дело в том, что это команда мэра города, и поэтому при смене власти, я думаю, что нужно менять и команду в целом. А голосовали за нынешнего главу города хоть раз? Нет.